сражаемся, начиная с начала марта, не сходим ни с Киевом, а сражаемся с Западом. Тогда с какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом, правда же, не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни. И никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Киево-Печорскую, например, Лавру. Это просто исключено. А вот, например, в Вашингтоне нашей святыни нет вообще. Даже в Лондоне ни одной нашей святыни нету. И в Берлине их нет.